Сереж, ну скажи, что не получилось, да, потому что вроде в своем последнем бою сегодня начал для все вроде было нормально. И вдруг такой провал, да, вот что произошло? Ну, наверное, начал-то я нормально, а потом немного подуспокоился. Ну, то есть, мне кажется, сейчас надо было поагрессивнее фехтовать немного. То есть я более академично начал фехтовать. Надо было биться, в общем, а не получилось вот это в первую очередь. То есть надо было самому разыгрывать фразу, то есть выходить в укол. А я больше от него начал работать, и он сумел подобрать моменты для укола. Потом он повел. Здесь я допустил вторую ошибку, я решил как можно скорее отыграть этот укол, ну, то есть, чтобы бой выровнять и повести в счете опять. Ну, на этом получил еще подряд несколько уколов. Единственное, в концовке получилось вот, немного. Ну, там, видимо, отпустило, что называется, да? Ну, да, там уже как бы терять нечего, и я пошел просто уже, как говорится, ва-банк. Ва-банк, да. Ну, и он немного стушевался, и получилось, что там смог немного подровнять счет, но в конце он все равно постоянно делал паузы, то есть между уколами. То есть если, может быть, это все скоротечно проходило, он бы, может, и попал в эту яму, так сказать, я бы смог догнать. Но он постоянно паузы думал, и в итоге в конце смог меня обмануть, дернуть, я чуть... Скажи, пожалуйста, то есть ты, получается, не прочувствовал, да, этот момент? Ты уже, наверное, о чем-то другом подумал. Вот такая, как бы, ну, это, наверное, тактическая ошибка. Ну, да, это, скорее всего, тактическая ошибка. Ну, и психологическая, наверное, тоже, потому что, ну, я не прочувствовал, да, то есть я должен был знать, что я делаю на дорожке, а получилось так, что я немного потерялся, так сказать. Скажи, нет мандража, нет, не дают, что это чемпионат у дома, и, может быть, как-то вот это, вот, знаешь, напряжение не сказывается на тебе? Да, ну, я бы не сказал, что на самом деле что-то сказывается. Ну, то есть нормально. Нормально. Да. Скажи, пожалуйста, ну, еще командное соревнование, как будете готовиться? Готовиться осталось 2 дня. Ну, будем стараться, так скажем. Психологически подойти, потому что уже технически и физически уже ничего не сделать, можно сказать. Только осталось подойти психологически и показать лучший результат, на который мы способны. От чего это будет зависеть? Ведь все знают, что в шпаге колоссальная совершенно конкуренция, да, и выиграть, там, подняться на пьедестал могут, ну, если не 8, даже 16, да, говорят, что 16 лучших команд могут выиграть сейчас спокойно чемпионат мира, или, и очень часто идет ротация. Вот от чего будет зависеть именно успех на таких соревнованиях, как чемпионат мира, как ты думаешь? Мне кажется, от тактики в первую очередь, то есть, ну, команды, то есть какая команда лучше выполнит тактические установки, та и будет в итоге победителем, потому что, ну, это, соответственно, при должном психологическом настрое и всем при этом должны выполняться тактические установки, то есть навстречу. Я считаю, это ключевая задача. Спасибо за большое.